У Омской области появились еще два города-партнера. В рамках международной выставки «Иннопром» подписано четырехстороннее соглашение между региональным Минпромом, Омской ассоциацией промышленников и предпринимателей и такими же структурами в Нижегородской области. Документ позволит наладить экономические связи между регионами, а также обеспечить взаимодействие крупных предприятий. По словам главы Омского Минпрома Андрея Пассаженникова, это способствует расширению наукоемких производств, обмену опытом в сфере модернизации, реализации инвестпроектов и программ, расширению взаимных поставок продукции и услуг. Кроме того, на Иннопроме подписаны документы о сотрудничестве между Омской областью и Уральской горно-металлургической компанией, а также между региональным министерством промышленности, связи цифрового и научно-технического развития и министерством промышленности и науки Свердловской области. Подписанные соглашения укрепляют деловые связи Омской области и открывают перед нами новые возможности для сотрудничества. В современных непростых экономических условиях развитие и усиление межрегиональной кооперации особенно важно. Уверен, что совместная работа поможет нашим предприятиям найти новых партнеров, расширить рынки сбыта и минимизировать риски, связанные с внешним санкционным давлением.